Погибающими в огне увидели леса Байкала этим летом фотографы. А ведь еще недавно красоту священного озера воспевали вот в таких лиричных картинах. На московском корабле «Брюсов» за тысячи километров от Бурятии неравнодушные люди решали, как помочь чуду природы. Гости представили свои экологические проекты, такие, например, как благотворительный марафон «Не дадим сгореть земле Байкала». Общественники настроены решительно оптимистично. Я очень рада, что батюшка Байкал сам вот этому способствует, и что у нас уже наметились вот эти общие цели, общие планы. Сейчас только осталось все это структуризировать и идти дальше вперед. Шаг за шагом, капля за каплей, но мы принесем Байкалу то отношение, которого он достоин, мы принесем туда чистоту и порядок. Милана Петрова знает, о чем говорит. Уже пятый год она вместе с единомышленниками, волонтерами Байкальской береговой службы убирает берег озера. Вывезли 850 тонн мусора. Поддержать Бурятию и Иркутскую область пришли также добровольцы, принимавшие участие в тушении пожаров этим летом. И я уверена, что у вас тоже все будет хорошо. Главное, верьте в это, даже если будет очень-очень трудно. Московская выставка продлится до 20 ноября. За это время посетители смогут приобрести картины, будут встречаться с экологами, а еще услышат музыку народов Сибири. Прозвучат там и бурятские мотивы. Евгения Панарина, Маргарита Морозова. Новости дня.